следующий. Усиленный контроль повсеместно. Теперь на строительную площадку Дворца спорта работники попадают только после замера температуры. К усилению мер контроля рабочие относятся с пониманием. У всех семьи дома. Никто не хочет принести домой инфекцию. Ежедневно на строительной площадке трудится 130 человек. Со всеми работниками провели внеплановые инструктажи. Мы применили дополнительные меры по контролю, по температурному контролю наших сотрудников при входе на строительные площадки. Провели с ними беседы по соблюдению личной и общественной гигиены на строительной площадке и вне территории строительной площадки. Усилить меры профилактики на строительных площадках региона поручил губернатор Дмитрий Азаров. В связи с повышением эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также в целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции на предприятиях. Сейчас строительство объекта идет по графику. Завершается возведение монолитного каркаса надземной части здания. Начали работы по кровле. Сдача масштабного объекта запланирована на 2021 год. Лариса Шлафаст, события.